Маринованные грибы, огурцы и капуста. Посетители сельскохозяйственной ярмарки у музея Алабина за этими продуктами подходят к палатке фермеров Светланы Гвардейцевой и ее мужа. Пара приехала торговать из Безенчукского района, где у них есть большое хозяйство с домашней птицей и теплицами. Пока вот свежие помидоры, огурцы. Огурцы пока сейчас пошли тепличные. Помидорка вот грунтовая, остатки. Потом пойдет тепличная. И в солености грибочки, эти, как его, капуста, огурцы. Сезонная ярмарка сельхозпроизводителей у музея Алабина будет работать с пятницы по воскресенье ближайшие несколько недель. Первый день было занято около 130 мест из 150. Торгуют производители не только из Самарской области, но и из соседних регионов Приволжского федерального округа. Выбор товаров традиционный – овощи, фрукты, мед, кондитерские изделия, молочная продукция, рыба и мясо. За качеством продуктов следит лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. У нас работают здесь представители ветеринарии, они, соответственно, проводят работы по тому, чтобы вся продукция соответствовала необходимым требованиям для продажи. Здесь же около торговых мест работает и мобильный прививочный пункт вакцинации. В эти выходные посетители ярмарки смогли пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и пневмонии. Мобильный пункт работал с 10 до 16 часов. Отметим, что сейчас в Самаре работают несколько ярмарок, помимо той, что у музея Алабина. Круглогодичная на пересечении Киевского и Тухачевского и сезонная возле ДК «Октябрь» в мехзаводе. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.